приглашают. И с вами на вокзаводиках. И Бог присылает. Потому что взрослые сначала влюбляются, потом женятся, потом, ну, они гуляют. Потом, вот, например, моя мама хотела родить меня. Вот, она родила, потому что хотелось родить меня. Папа мамам дает ореховое какое-то. И там... мама его не жуя проглатывает, и у них рождается ребенок. Когда малыш рождается, он маленький, а в животике он вообще как кукла. Но он растет, а когда уже больно маме, она идет в больницу. Когда мама с папой поженятся, тогда у них может быть папа с мамой появится ребенок из маминого живота. Из живота.